Господа мои, вам здравствуйте, турик стремительный. Вот такая категория у нас, категория D. Альферика по центру безымочная вообще не держит. Плюс воскрешателей нет, не работает это. Рекламка, ребят, лучший донат-сервис. Ссылка в описании, вот такие последние акции. Вот поимка для монстров, 350 рубчиков. Ссылочка в описании, лучший донат-сервис. Давайте к сражению. Первый Хеймдаль. Я тут, кстати, посидел, подумал уже, что тут взять. Овер ХП, по-моему, да, не ложат оба. Удар посильнее там. Короче, разное вот такое взял. Сижу, машину грею. Сопли, если отмораживаться начнут, это значит прогреваться машина началась. Так, зеленая треха раз есть. Треха два, я их возьму. Для меня это как минимум выгодно. Так, так. Давай. Почему-то я Альфрику решил оставить. Ни хрена она какая, да? Соточку еще, прикиньте, осталось у нее. Жесткая, да? Ладно, синий в пустоту скину, фиолетовым добью. А, вот зеленый в пустоту есть. Прорезку еще такую сверху положим. И квинушка. Должна вообще как бы за глаза. 1800-2000. Отлично, девочка лупит, да? Зеленая монокоманда. Будут миньоны, которые ману жрут. Будем пробовать зарядиться раньше миньонов. Но нет. Не в этот раз, походу. Ну, давайте вот так скину, поищу зелень еще. Нету больше там зелени, не идет. Ну, давайте я ее возьму снизу, фиол, замкнись. Замкнулся и... Нет, он зря замкнулся. Больше-то нету. Вот всех на полшишки зарядил, да? Прикол. Можно в квинель тройку скинуть, поискать зелень. Либо вот эти скинуть и тут зелень поискать. Шансов больше. Ищем здесь. Вот так сейчас удар выдержим один, да? Выдержим. Ну, кангалаха надо сносить. Давайте теперь наоборот попробуем ударить. Давай, квинель, давай. Ага. Один воскрес, другой не помер. 14 хп надо синим, зеленым или фиолетовым камнем его тюкнуть. Ну, давай вот здесь синий подгоним. Так, а тем временем Кангалах вот-вот нам сделает, да? О-о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 -
Ну, не команда этот. Это игра. Ну и все, да? Дупля мы отбили. А что можно было по-другому скинуть? Синий по-другому скинуть. Чтобы не закомбило, да и всего все равно убили. Ну, явно, короче, грубанул, мне кажется. Ладно, идем дальше. Ладно, давайте так же. Мать по центру, думаю, не так опасно. Соберу через комбо и зелень пододвину. Ну, вот эту зелень возьму. Угу. Миньонов, мать, надо поставить, да? Так, есть сабек. Предлагаю, короче, сделать такую валерьянку. Сабеком сверху дунуть. Потом так. Ну, тут явно доберет. Три в пустоту зеленых. Ага. Петрушка в том, что мы слепые. Ну, давайте вот так, может, добьет. Воскрес. Кинель тем временем прозрела. Давай. Чтоб до конца улетел. 1800. Миньоны. А Хоргал-то видали какой? Минус 30 ДП.
Да, прикол, однако. Так, скрин надо сделать. Он нас убивать будет сейчас стопрудово. Ну тут, короче, альферики нету, может попроще, поэтому возьмем вот так, зарядимся за один ход фиолетовыми. Радует, центр не зарядили за один ход. Тут главное кошака сейчас не зарядить раньше положенного. Так вот, синий в пустоту. Ой, синий потом в нее прокинем. Главное, чтобы сейчас миньоны сожрали ману не там. Отлично, они сожрали не там. Зарядки все равно не хватило, да? Так, еще раз зарядился. Так, а кто у меня украл таунт? А ну подскажите мне. Чем дунуть, ребята? 260 урона, это 325 урона. Ну, надо бить, я предлагаю. Слепота как минимум. Как максимум минус к отхилу. Короче, надо что-то придумывать, ребят, что не знаю. Синие крадутся потихоньку. Щит маны. Опять кушаем. Ну теперь надо бить. Больно, неистово бить. Давай, у него броня не срезалась, да? Тварь редкая. Что ты такая редкая тварь-то, а? Сейчас перебрасывать на меня гадость какую-нибудь начнет. Давай там докипай. Она докипеть должна. Ну, мать. Докипела. Этого дозарядила. Давайте снова ультанем. Украли у меня, да, усиление одно. Бог больно жахнет. Давайте нажму вот так, вот так. Все, приканчиваем. Это отродье. Так. 740. Доели. Блин, обидный залисчик. Казалось бы. Тут такого ничего сложного, кстати, вот в этом противнике. Камни лишь бы были, да, опять же. Блин, это опять воровка. Погнали. Лекаря взял. Такс. Интересный вопрос. Как синий кинуть? Так, чтобы потом зеленый сделать? Ну да, наверное, потому что опасно, короче, это все. Теперь хрена надо искать, да? Ладно, здесь сделаем. Так, синенькие появились. Вот так собираем их. Ну, тут что у нас? И Кангалах может всех убить. И это может всех убить. Ну ты думай, вот гадай. Ну тут камни есть, если что. Давайте так. Я думаю, прям ей пострелять может. 230 урона всем, 260 урона цели. 310. Короче, вот так постреляем. Отлично попали, вообще 1370. Отлично. Так, пустоту. Так, это мать диспелит, а потом лечит, по-моему, так. Урон нанесла, они все живые, да? Очень прискорбно это выглядит.
Этот нагоняет, смотрите. Печаль. Ну умри, пожалуйста. Сдохла. Славьте нафти. Зарядились, ребята, и убиваем. Съели этих кошаков. Сдиспелили эту херню. Тоже воскреснуть, по-моему, может. Так. 5 тычек. Может, даже хватит. Хватило, ребята. Ну, вот такой день непринужденный. Первый этапок явно разыгрывался. Как такую броню можно было проиграть? Да уж. Вам удачи. Пока-пока.